Не Мирю, ори. иди гуляй, блин. Пиздец, бедный школьник, блядь. Охраняют нахуй все время, блядь. Настя, этого, опека из жила, сейчас Мираю тоже самое. Не, Зоя пускай, нет. Так, не, Мираю живущий, он меня долго терпит. Блядь, ну мне не нравится, что в субботу получается. Зовер, блядь, ты в субботу будешь? У меня хулипало потом во второй рейд будет. Престена там не играет. Давай в пятницу целка, я пойду халипалом ебать. Не может, блядь, этот. Хуёво. Не, блядь, хулипал он не будет на второй рейд. Королева есть? Она ДЦ, что ли? ДЦ? А ДЦ кто будет? Зовер, ну-ка. Там Мула за ДЦ в рейды хочет ходить, если что. Кто? Мула, ДЦ 253. А, ну ладно, если что-то на похлебали. Вон, хорошо. Пускай там как раз проход какой-то сделаешь. Ну, добре, хорошо, давайте так. Замену Ринди? Да. Ринди Гану. А у Арислин есть? КД, ой, КВ на осколке? Нет, пока что. Тогда я полутаю, да? Да. Кто такой Ринда? Объясните мне, пожалуйста. Ринда, Ринда, Ринда. Это кто такой? Это розовый анимешник. Я таких не знаю. Это вы, наверное, про того Вара, который Мирайо скидывал к ним вчера. Если не слышишь, отказывайтесь, Настя, забирай. Квест потом заново возьми. Там после ребутов могло забагаться и так далее. Ну, когда перед профом. Просто на проф этот квест заново возьмешь. Слышь? Гений, ты напомнил, мне тоже надо было взять, Миш. Я ж поменял. Ты ебать вовремя напомнил. Не благодарю. Угу. Тебе, Серега, пока дедовать? Да, давай, давай. Маг разделай и забудь про то, что у тебя есть. Да, омбре, ты так написано. Все. От души. Это рит, можешь мне скинуть? Или в группу вот этот патч, где убирает анимацию? А, забудь пока про него. Короче, должен. Не работает. А я тебе даже по-братски. Вот да, не, спасибо. Я тебе и так должен, нахуй, подожди ты. Уже давным-давно забыл. Продайте кто-то банку на масло на грудак, войду. Так, можно быстро тпшнуться в самонете? Забыл кое-что. Есть у кого-то банка масла? Да, на это. Я быстро перезайду. 30 секунд. Давай быстрее только. Выше только войд в сове получается. Киньте Зовара самому. А, ой, ты пока в сове идешь, нахуй ты дерево спекнул. А когда спекнуть? Будет дерево, похуй, будет дерево. Ща я спекнусь, подожди, бля, секунду. Пиздец. Не надо, будь в дереве, пизду, нахуй. 3%, ебать. Я бы сейчас там 300к дал, блядь. Придется хпс.
Давай, Серчи, на полбафа поехали. Да лав по поясу теряется, когда мышку шевелю. Жестко. Адель. Адель, прием. Все, все готовы. А чё ты? Что тебе не хватает? Я уже, блядь, на пулы пошли. Давай думай речь. Каску по варам быстрее. Так, есть каска на вара. Есть на нем, блядь. А что он, блядь, проебался? Все, поехали. Заказываемся. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть.
Быстренько его. Чего ж тебе все равно вроде только Брин оставался уже, да? Да, как обычно. Как обычно, удачи тебе, штурм там. Помощников играть, а это какой раз он уже ходит? 10-й? Не знаю. Да, с открытия он ходит, по-моему, с нами там. Может, одно, когда я пропустил. Может. Ну так нам всего 2 Брина, да, падало, по-моему? 3. Ну, один точно у меня есть. Да. У меня есть еще, ну, так, еще один пад. Ну вот 3 Брина. Так, а вы там, блядь, может, отведете, чтобы милики могли бить, я там хуй его знаю. Я тут и стоял. Я понял. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Но что не может сломить его, кто откажется повиноваться? Будет уничтожен. У меня тут помощник еще последний. И дальше все будем пулить. Мой таргет. Пора уже вообще просто все пулить подряд, нахуй, помощников в разную сторону, остальное все в кучу другому. Но я 3 спулил. Все очень просто. Снимите с меня ученика. Хераси Ундра уже тоже зандаларит, да? Угу, сегодня сделал. Ну я 200 подаю, он... Это ж Ундра. Нахуй ты его повернул? Хотя похуй. Нормально. Я поем, но маны нет. Я готов. Сейчас, секунду. Секунду, так. Блядь. Все, еще раз что на помощь поехал. Реслин. Реслин, ты с левой стороны дермишь справа. Все, поехали. Я Реслин.
Ой, фонарь. Сори, перепутал немножко. Да что за... Ясно. Ебал я в рот, короче, эту хуйню, нахуй. Трэш, трэш быстро убивайте. Ты не в силах противиться моей воле. Вихрь этот от Эрдру. Да блять, что вы нахуй делаете? Вы заебались этими таунтами выручить босса. Ебал в рот этого шедешника, сука, нахуй. Так он сам кастует и поворачивается. Ты, блядь, сагрил его нахуй, повернул. Нет. Другой было на огром, блядь. Не, там на загогулине. Он когда кастует, всегда смотрит на кого кастует. Он же не будет спиной кастить. Что это за хуйня? Ты не в силах противиться моей воле. Выйди, слышь. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна. Че там, сова сурок, корабль сурок подамажить, да? Пизду нахуй, на сорке я чисто потащу, блядь, там урочиться по идее не должен. Наоборот. Короче, спекаюсь сову пока. Спекай. У нас свой чат умер или что?
Дермич, на том корабле фонари на наш. Рамцы, не забудьте все взять. И в пушке желающие 4 человека быстрее. Клиншкин. Синжура, Глю. Еще один. Бланк. Окей. Настя. Ой, Данжер Мастер. Че ты там АФКш? Вот. Ты мне кричишь, да? Не кричи. Ну, не, только не кидай его. Страшно. Настя, это пиздец. Сука! Ранцы, еще раз повторяю, все возьмите, не забудьте одеть на себя. На 10 секундах до заморозки можешь прыгать, Дермич. Сейчас я перейду секунду. Лапку обнови, друг. Вы видите, что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саутфангом! Ты, блядь, 50 стаков танчишь.
Я сегодня тоже танчил, фул держал до конца. Вообще плохо. Сундук не трогать, звали. Ясно, понял. Рыбу ставлю на тех, кто умирал. Че на пол? Сокра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Для этого только что... Присоединись ко мне, отец! Дармич-то, в принципе, может выдать пятницу, пускай фонарь один танчик. Хотя, ну да, может пятницу. Если хочешь. Мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец. Его дронож. На орочем это значит сердце дронож. Не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Что-то ворону уже разливает. Давайте секундочку. Темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. 5, 4, 3, 2. Сколь могущественно во имя короля меча. Thank you.
17200, нормально. Хуй его знает. Че, Мира, сам скинешь? Тотал 362. Я, кстати, это открыл. Это так, по секрету. Угу. Красавчик. Я пока не могу это там квест. Но у меня он здесь почему-то. Странно, ладно. Так, я АФКшну, сорян, 4 минуты. Вообще. Да, не спал. Не, Рит, не спи, я рисни номер. Шо, Рит там немножко стернулся, минутку всего лишь. Потерял бойца нахуй, я чуть не умер тоже. Я двух хлепов верил. Так они поверили в тебя и тоже отошли. Получается, кто виноват? Рит? Не, у всех виноват Сава. Вайт Фьюри получается? Да, не хилит, Сава. Все. Вайт Фьюри, ты виноват. Смерть Рислин. Это он под клип зашел, блядь. Мира, это я тебе в ПМ написала, сколько длился бой по времени. Но я хочу посмотреть на следующем, когда сколько будет длиться бой по времени. Ой, блядь, короче, надо практиковаться нахуй там что, да, блядь? Слишком дохуя нахуй. Нюансы всякие. С этой ебашкой еще, блядь. Да нахуй мне этот серебан, блядь, ты что, прикалываешься? Что это, топ рога? Топ прожиматель, я бы сказал. Нет, серебан на самом деле безобидный абсолютно. Только нытик и клянчить любит. Слабенький чель. Ну, хуже есть. Не, ну понятно, что хуже есть, но слабенький чель. Но у него онлайн 24/7, на минуточку. Да, блядь, нет. Потолку-то от этого.
Мне на самом деле... Ну, допустим... Нет, сейчас я просто отвечу Андрею. Типа, мы Груль Магик ХМ не собрали. Я, допустим, очень рассчитывала на токены. У нас просто не было народу на второй рейд. Это обидно. Типа, челы, у которых хороший онлайн, всегда нужны. Да, хорошо. А я пойду говорю... Ой, Фюри, так у тебя нехороший онлайн. В смысле нехороший? Я. Нихуя себе. Я в месяц 7 дней отсутствую всего лишь. Ну, блядь, 7 дней, блядь, из месяца. И все ну. целка, да? Сука. Ну и все целка, ой. Не надо на больное, блядь. И целка хм так же будет, блядь. Да ну нахуй, ну, блядь, там один ветер. Сука, целка хм. Я даже да будет там, будет, ну, на, первое время один рейд будет, там 100%. Не, ну, в зависимости, какой они выпустят, ну, типа, может, хуй его знает. Что-то они после целка обычки сдулись как-то, блядь. Они целка обычку тут, блядь, выпустили, я ебал в рот, нахуй. Пиздец был, хардкорно. Там этот сурупанк ебаный самый сложный был, блядь. За тобой интересно. А что, как они с этим хэмом хуй его? Слушай, сколько там шутка? Ну реально, 130 лямов было нахуй. И метка шотала, блядь. А, 127. Ну и магов, блядь, и кидается эта ебаная метка, блядь, и просто ваншотает нахуй. Ну это просто вот, блядь, камень возвращения ебать. Просто магами нажимать надо. Ну бесполезная хуйня. ХС нахуй. Да. И тупо, блядь, умирает нахуй, и сколько там, 8 лямов нахуй, сурку регенит. Ну пиздец, блядь. Сука, меня едят. Господи. Меня тоже. Не, ну мы достаточно быстро убили. С кого там? Пулы седьмого вроде бы. Ну, типа, учитывая, что мы еще первое закрыли. С пятого. А, с пятого? Ну, с пятого. Да, мы там несколько раз с магами вайпнулись, потом ты просто их... Потом Мирая ты добрал. И все. Я магов убрал, нахуй, я точно помню. У меня Мирай... было три мага в рейде, я двоих убрал, нахуй, стал только одного. И на него не кинулась метка, блядь, и мы сразу убили. Вот это я точно помню. Да, там Мирая затащил. Причем обычный кил был с Мирая, да. Мирая затащил. Он не только кил, он еще и последний удар нанес убийственный. Не, там просто, ну, у него с 25% начинается, или с 30, не помню. Ну, типа такая экзекутная фаза, и у него там, типа, мини-берса у этого суркана. Так вот, блядь, под сокрой... И этот, ну, мага складывала, короче, просто, ну, нереально, блядь. Там зубы надо было кидать или что, блядь, под вскипание крови. Ну, пиздец просто вообще. Ебать. Нихуя я выигрываю. Пам-парам-пам. Давайте еще на пулма. Манахеру. Дермич пускай первым начинает.
Завтра целый день свободный будет. Она будет походить с пугами, блять, попрактиковаться. Кнопки тыкать на. Я, блять, не могу нахуй сейчас в шедоспеке просто следить вообще что-то нахуй. У меня, блять, все глаза нахуй на кнопки. Надо привыкнуть. Пиздец, я, блядь, в тухлого дал ДПС больше, блядь, чем в сурка. Вы шутите нахуй? Что за хуйня, блядь? Бывает. Это, скажи, пожалуйста, кровь можно было нидить? Можно было. Ну все, я еще забрал, ну... Кровь никому не нужна. Ноль хитов косы, говорит. Ну, у тебя ж ноль миссов, ёпта. Как так? Вообще, Тмирая, у тебя были 20 критов косы, не пизди. Не знаю, коса. Агила! Попаданий, 20 Мирая. Штук. Мирая, шкила, что агила? Ёпта. Какой ты? Шкила. Просто шкила. Усилки в крит. Адель. Настя. Так, бля, принимаю готовность. 5, 4, 3, 2, 1. Мирайо, закинь потом готовность на кого, пожалуйста. Я бы на твоем месте не слушал бы мира этих халочных, коварных женщин. С каких пор, блядь, я алчу?
четвертый стак. Ох. Не добивайте. Новости. Он оставил море слизи, уплывание слизи. Ого, да я поэт. Квестик. Реслин квест заново возьми, да, и пошли все квесты дадим. Только зайди кто-нибудь в комнату на локи там, зайди эту хуйню, блядь, и побежал. А можете, пожалуйста, линкой на ДПС чисто в босса? Блядь, и локи квест пошли все, вы чё, блядь, ну приколи нахуй или что, блядь, и квест пошли сдавать, сука. Вам все равно зачитают квест за консенс, ну, хоть вы в консенс, да. 3.17, что-то странно, на 3.20 показывает. Ну ладно, похуй. А ты его давно обновлял, ДБМЦ? Очень ДТС. Недавно. Пару недель назад. Сдавайте там по завесе не шарить. Все же квест брали до этого. Фонари будешь меняться? В смысле? Ну, я то, что из моей сумки упадет, а ты то, что из твоей. А мне шиш выпал. Да ладно, тогда поздно нахуй. Ты кисай. Было странно. А мне багруху сейчас выпадет. Ну почти, кстати, фонарь. О, ты кому-то нажал. 500. А, ориентировочно. За ценник уже упал у нее. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Реслин, ты квест Бразану убрал? Это мне шрам надо снимать? Нахуя тебе шрам снимать? Там надо снимать шрам. Почему? Не, не надо. Все можно нахуй. Как-то не говори какую-то глупость. Все можно. А Реслин тогда вапаму фонарей. Реслин... Ну да, короче. Реслин, вабам, фонари там почилишь, побегаешь. Может, дермич? А, нет. Понял, да. Дальше что? Стак вот он кому-нибудь дашь. Ридум там, если надо будет. Меня засейдешь. Возложение там кинешь. Настя подхилишь, что на бабл не умеет нажимать. Угу. Свет небес буду жать с плеей. Ондра, ты тут? Да, что? Ты завис или что? Ты на одном месте бегаешь. Да ну нах. Ну ты у меня на одном месте бегаешь. Нормально. Ты нормально бегаешь. На кнопочке даже жму снова. Ну ладно, окей. Если я тебе скажу, когда юзать в эту хуйню, до того момента просто пей и плюй, хорошо? Раскол не надо стакать. Просто, блядь, ну пей и плюй. Ну. Это главное, что ты это делал. А нахуя ты танкошмоты делал? Тебе не надо было танкошмот. Ну ладно, пускай будь в танкошмоте, похуй. Выживешь. А чё отдай? 4, 3, 2, 1. Бежали уже. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще никогда.
пошли, не поехались. Так, еще лужа кинется. Закригулина, блин, назад. Подводи, проф. Все, хорош. Не надо. Больше не надо вести. Больше не надо. Он подводится для того, чтобы милика меньше бежать. Когда уже милики подбегают, его вести не надо. Готовим сейчас пельмени будут. Пельмени отошли. Колбы сейчас будут под ебалами, не перестаньте. Колбы. РДД по красному, поехали уже бьем. Вы уже вышли. Армелики по красному свичнулись. Там все равно сейчас колбы будут. Колбы сейчас будут аккуратно. Колбы. Тоди. С Леном поехали. Обход, обход максимально на бану. Войд. После следующего красного тебе надо юзать, если я не понял. Убивайте зеленый. Красного пинишь, потом надо юзать. Вот, на грань. Лужу максимально пин. Колбу аккуратно. Сейчас красного не допи... Допивай лужу, допивай, потому что... Потом пизда будет. Плюй и допивай лужу максимально. Следующую допивай, потом юзай. Лужа вышли. По красному свечу смотрите. Пельмени отошли. Все, великий босс обратно пошли. Ход. Юзай, Реслин, юзай, юзай. Ты ее юзнул? Бля, если надо было раньше, юзай. Пей лужу быстрее, обход обам максимально. Допивай максимально лужу быстрее. Допивай и плюй потом сразу. Великий, готовьте сейчас, он не успеет плюнуть. Пельмени отошли, РДД. Дай массакру фонарь. Да. Вышли с лужи быстрее, блядь, чего вы в луже стоите? Беба, дай, блин, надо. Все отлично. Лужи допивай быстрее. Проф, переводите. 1%. Да. Так, диван в жульку, да? Батя, дай СС по Зоверу. Дермич первый заберешь. Ну ладно, фонарь, что там, чё, похуй. Не вижу отца, я в печеньке стою. Эти, блядь, колбы нахуй. Пельмени отошли. Отца так и не дали. Лужа вышли, лужа отводи. Ну отводи, блядь, чё ты стоишь? Есть отца? Четвертый стак. Да, вижу отца. Забирай термич. СС по... Ой, этот диван по фонарю давай. Вставай сразу. Пельмени отошли. Рофлич, Бентли, блядь. Вагоны нахуй. Колбы. Я не вижу дебафа грани, блядь, висит на боссе или нет, блядь. Ты грань не убьешь или нет? Есть, мне что-то не показывает просто.
Засчитала? Все отлично. Так, последний раз отойду тоже. Минуты три. Здесь и все покажется 4 минуты. Что это, фонарчик? Что это там его? Кнопки вспоминаю. Да? Да. Боешки фармят. А это что там бегает? А это фернулка глад. Еще мы теперь ждать его будем еще, бля? Нет, он бежит. Смотри, видишь, обратно бежит. Сука, еще зарутали нахуя. Непонятно вообще. Ты его... Да и то, премию один раз вроде давали. Разовая акция. На мою память, по крайней мере. Где Кунка? У него лагает сегодня. Бедненький, блядь. У тебя один хил, ты с него магию не диспаджишь, да? Понятно, все, фонарь. На какую магию? Меня превратили в жука. А сказать нельзя? А вдруг я до этой кнопки тыкаю? Слишком сложно. Я, блядь, за тебя стою. Не вижу. Сзади меня там эта стена. Может, передо мной? Я не сказал, что сзади, я сказал возле. Да я уже запуляю эту комнату уже, не знаю. Не лич страшный. Да давай, блядь. Чё давай? Не сыри. Там он кровочеры побежали. Расул уже начал, да. На кровочеры, пиздец, рвется в бой. Там твои кровочерви вообще на слизня. Какие-то черви, понимаешь, храбрее, чем ты. Чем ты. Я же просто заюзаю полезную эту. А, она не юзается, пока трешится. Точно. Пять, четыре, три, два, один. Хорош. На. Дамаж, беба. Смотри, на тебя шмотка, кстати, упала. Где? Сейчас, подожди. На танка, блядь. Пригодится нужно. О. Подгон тебе сейчас. Так, сейчас. Сумки выпал. У меня тоже есть подгон для ГБ. Да нахуя? Я и так, рич. Пожилой рич. Временно. Улетел, блядь. Чарж паладина. Ну, я таки понял, советник, видите. Ой, блядь, ебать меня откинула. Пизда, нахуй. Ферните, блядь, вот этого лейтенанта ебаного. Советника заберите за глю. Второго. Не успел шесть. Дай мы скруфаны.
Звезду добейте быстрее, потом кто сам сыграет, потому что они в этих баблах будут сидеть бесконечно. Я звезду трусы играет. Ай-яй-яй. Ай. Настя, блядь, Настя бы тут пригодилась, блядь. Я тебя спас, братан. Дермича не уронить. Давай корни ему. Все нормально, остальную хуйню тебе добивать. Че, видал, да, скорее всего, как надо работать? Просто подошел, кинул вихрь на моба, спас пацана. Войд скилловый. Да пиздец, ебать. Знаешь, что самое сложное было, когда Алара открыли, и надо было кидать, короче, совам надо было кидать вихрь, корни, блядь, всю эту хуйню в маленьких големов, чтобы они не взрывались быстро, босс. Ну там пиздец. IQ сотку надо по-любому. Блядь, хоть бы спасибо сказала, ебать, ты, конечно, пиздец, охуела. Хз, у нас обычно этим занимались маги. И шаманы просто и все. Ну, там какие сетапы, рейды разные были. Хз, я всегда танчил, похер, а где мо? Фонарь двоих будешь танчить. Решил почилить. Макс. Дрмич, заберешь кисет. Хочу чешку хиловскую. Сколько нету за одну целка десятку? Все ее хотят, понимать. Понимаешь? 8к что-то около этого. Ничего, одни штаны на себе. Дебаф, дайте фу. Рыбу хавать. Каску дебафните, 3 минуты осталось. Да чешка хуйня. Ну, некоторые да, уже лучше, чем фонарь, тушить. Блять, вот ты нахуй фонарь заебись стал, нахуй. Как не напуливать, блять? Ну, он теперь нахуй агрон наберет. Успеет. Да. Это абуз агра. Абуз жесткий. Абуз он, блять. Абуз жесткий. Я сам лейн вообще. Дайте, добавьте каску. 3 минуты по ДК. Блять, паладин, алло, нахуй, проснитесь, сука. Дайте баф, нахуй. Вас, блять, пулипауэр нахуй насильно заставить скачать нахуй. И потом просто минусовать всем нахуй, если бафов нет. А что, прикол нахуй в том, что у нас кроме одного паладина пулипауэра. Ну, у всех есть. Настя, да? Да. Понятно. И чё, я сказала еще в самом начале РТС РС, я баф кулаки. В чем проблема? Я прото бафаю. Раньше я каски бафал. Альмара, ты вылетел или что? Даже у Иршамов есть полипауэр. Альмар. Бальмара. Ладно, похуй, ему все равно ничего не надо. А чё, ты поехали? А, он зашёл. Ну, как раз прогрузить. Я не покачу. Насладитесь болью. Моя чаша полна. Слишком далеко. И прольется кровь. Подождать.
сферу давайте. Вот эти искры как кидаются, ослепляющие? Загадка. По кисету поехали. Ты видал? Что? Я начала заигрывать. Ты видал? Молодец. Я на ней приходила? Нет. Что это такое, блин? Вы стойте в кучу, чтобы этот тактик не прыгал, блядь, фигня на. Подошли в один фрейм и стали, стоит только дальше хан. Этого ничего балуется. Что это такое? Он когда в фире, он бобы не кидает свои вот эти обоссанные? Кидает. Да хуёво. Кидает? Похуй, он во всем кидает. Похуй. Поэтому играется обычный советник сначала. Либо уводится на раньше другому бык, которым играем. Ну, блядь, ну вот.
Походу, блядь, целка нахуй откроется только, блядь, через месяца полтора, блядь. Чуть не подсказывает. В середине сезона.